Гоночный болид команды Ferrari собрали из LEGO. Болид Формулы-1 в натуральную величину собрали сотрудники компании LEGO. Для этого им понадобилось 349 911 кубиков и 750 часов. Макет болида команды Ferrari, принимающего участие в заездах этого сезона, отличается максимальной детализацией. Авторам удалось в точности воспроизвести не только все аэродинамические элементы и спонсорские, но и рулевое колесо, и все переключатели. Таймлапс процесса сборки болида опубликован на официальной странице компании в Facebook. Ранее полноразмерный макет своего суперкара 720S сделала компания McLaren. Состоял он из 280 тысяч кубиков LEGO и весил почти 1,5 тонны. 6 специалистов компании трудились над ним 2000 часов. Источник: WTF1. По материалам сайта newsgra.com.